Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке «Последний день на Земле». До окончания этого события с Мулан осталось буквально 2 дня 4 часа, это именно у меня, получается, я смогу все это сделать, ну, еще раз повторить, сегодня, завтра и послезавтра, то есть, если я буду как раз-таки каждые 24 часа заходить. Давайте мы быстренько раскидаем все вещи, которые я после прошлого раза забыл раскидать по ящикам, то есть, сейчас мы все это по фасту сделаем, возьмем все, что мне нужно именно... специальное такое для этой локации, и по-быстрому, в общем-то, все сейчас мы там устроим. Так, эмочку я оставлю, вы мне многие писали то, что эмочка-то это супер хорошо, но я не спорю на самом деле, я просто окупил все, что я потратил, и сказала то, что лут особо не очень, потому что я хотел именно вещи, которые будут с этого события, то есть вот на что я рассчитывал, но там такого не было, из-за этого я сказал то, что он, в принципе, не очень. Блин, придется сегодня вместе с вами заполнить, наверное, этот ящик, потому что что-то у меня слишком много всяких вещей поднакопилось, и я не хочу сейчас все это разгребать как-то, туда-сюда все это делать, я просто по фасту вместе с вами сейчас вот так вот сделаю и отправляюсь туда. Ох ты, блин, как же ты что-то все как-то этот делаешь не вовремя, еще в раковину писать стал. Ну, такое, конечно, бывает в жизни, но все-таки что-то как-то, не знаю, забавненько получилось. Ладно, погнали тогда по-быстрому, а то 4 часа всего лишь, друзья, если я сейчас не успею, то потом я только смогу еще 2 раза. Ой, нет, только один раз. Да, я запутался что-то. А вот сейчас, если я сгоняю, то я сейчас схожу и еще потом 2 раза. То есть это будет реально очень круто. И тогда, возможно, я как раз-таки соберу полный сет вот этого вот, ну, рыцаря китайского, либо кого там, я фиг его знаю. Ну, короче, кого-то из этих чувачков опять мне надо зачистить, что ли? Вы серьезно? Я уже устал, вы меня постоянно заставляете убивать зомбарей, это прям капец как. Ну ладно, хотя бы наконец-таки чай мне нужно, я его не зря тогда собрал. Еще очень многие очень часто спрашивают, где его все-таки взять. На самом деле все чересчур просто. Вы бегаете по локациям, и он в ящиках где-то там валяется, то есть это очень легко. Он у вас рандомно будет выпадать, вы просто, в общем-то, собираете и все. Вот сейчас если... А, нет, флешки не было, окей, тогда этот лут не повторяется. Чай мы поставили, осталось только быстренько зачистить и потом повоевать с Мулан. Да и, в принципе, в общем-то, все. Сегодня я полностью готов. Нифига себе, они мне броньку поломали. У меня, кстати, эмочка еще есть, так что сегодня не исключено то, что с этой Мулан у нас будет снова 16-0. Вот, потому что в тот раз мне очень понравилось то, что она никого не успела убить, а я всех, в общем-то, переубивал. Ладно, давайте добьем этого Цзянь Ши. Блин, как же тяжело названия эти говорить. И когда, знаете, ну, вы не приспособлены к таким вот звукам, таким сплетением букв, то очень сложно все это говорить, серьезно. И вот у меня, например, очень фигово получается. Так, ну что, по заданиям-то мы разобрались. Завершаем по-быстрому. Ага, все, мы все выполнили. Теперь быстренько тогда я нажимаю на гонг. Ой, точнее, не нажимаю, а ударяю по гонгу. Блин, у меня очень мало, кстати, еды. Сейчас нужно по фасту все это расстрелять и потом, в общем-то, покушать. Возможно, там где-нибудь будет еда. Отлично, 2-0 пока что. Надеюсь, реально хоть где-то будет еда из этих двух ящиков, и я смогу утолить свой голод. А то реально уже жутко. У меня и жажда была, и голод. Вот, ну, в общем-то, сейчас все в порядке будет, если я покушаю, потому что жажду я уже утолил. И, кстати, друзья, сегодня серия, конечно, будет без рейда, но все дальнейшие серии, как я и обещал, я буду все делать с рейдами. Просто мне сегодня нужно по-быстрому все вот это вот записать, потому что, ну, просто так, чтобы не пропадало, я как бы стараюсь каждый раз, чтобы, ну, вот это событие, я сразу такой туда бегу, вам показываю. 15-1, она все-таки одного успела убить и, наверное, даже еще успеет. Ну, это все равно не так уж и много. Серьезно? А чего в этот раз так много зомбарей-то бегут? Офигеть! Вы что, серьезно? 15-5! Она сейчас же меня так выиграет, у меня-то оружие сломалось. Эй-эй-эй! А чего так много? Так, быстро в почту, друзья. Так-так-так-так-так. Дробовик. Серьезно? Чё за бред? А, блин, я с этой фигнёй-то и не смогу. Офигеть! Просто офигеть! Блин, дробовик, это же вообще тупизм полный. И чё, я ее не победил, получается? Серьезно? Боже мой. Это, конечно, провал полный. Мне нужно М-ку еще одну взять. Так, вот М-ка. Отлично. Ну, я ее не победил, видимо, у нас ничья была. И сейчас я помру от голода уже. Нужно быстренько восстановиться. Вот у меня тут есть как раз-таки немножко бобов. Быстренько я кушаю.
Это было немножко забавно. Ладно, давай еще разок. Блин, как же у меня неудачно М-ка закончилась. Этот дробовик еще, который не нужен, у меня был в инвентаре. Точнее, в почте. Я его взял. Он реально самое тупое оружие, которое здесь только может быть. Ну еще этот винторез, когда по двое бегут. Вот вы, то есть, по 50 только выносите. И она просто потом добивает. Это очень тупо. Ладно, я просто зажимаю и не буду вообще заморачиваться. А то если я не буду зажимать, то она будет успевать кого-то убивать. Надо отомстить ей за прошлый раунд, а то что-то ничья, это вообще как-то не очень. Ну, впервые вижу, чтобы сразу 30 зомби прибежало. Ну, это очень странно. Почему так много было, я не понял. Я рассчитывал, то есть у меня М-ки такой неполный, думал, ну, спокойно хватит. И вот сейчас 16 было, откуда 30-то? Это бред какой-то был, серьезно. Так, снова у нас из тематического шмота только жареный лотос, но этот ящик дефолтный, он всегда какой-то дебильный. Тогда мы идем вот сюда и смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь снова фрукты. Блин, почему так часто все повторяется? Я не понимаю, а. Так, ладно, это мы оставляем. Я сейчас, короче, все это все равно перенесу. Туда-сюда быстренько сбегаю, хотя вот так вот сделаю, да и все, в принципе. Че заморачиваться? Да мне больше тут ничего-то и не нужно, по идее. Ну да, в общем-то. Наверное, я оставлю. Конечно, вот мех это хорошо. Да и резиновые детали тоже неплохо. Но надеюсь то, что всего этого я и так смогу потом набрать, и все будет в порядке. Но очень забавно то, что сегодня два раунда пришлось повоевать с Мулан. То есть такого я серьезно не ожидал. Думал, быстренько повоюем, да я свалю отсюда. А получилось так, что мне пришлось два раунда с ней повоевать. Это было очень странно, то есть в одном раунде сразу 30 зомби, а обычно по 16 всегда. Возможно, это из-за такой разницы, типа 16-0, то все, сразу не продолжается, потому что смысла уже нет. А тогда смысл был, когда у меня было 15, и в итоге счет 15-15. В принципе, наверное, их и должно было 30, по идее, быть всегда, но ограничение такое, и после 16 как бы все равно нет смысла, она тебя в итоге все равно не обгонит. Такие вот дела, видимо. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Все следующие серии я буду снимать вместе с рейдами, как вы и просили, сегодня просто исключение, и всем удачи и пока-пока.